Я хочу, чтобы вы поняли всю серьезность этой темы. Потому что я мечтаю о восстановлении страха Божьего. Почему написано, никто никогда не понимает, что значит страх Божий. Страх Божий – это никогда не говорить о нем в суе. Это значит бла-бла-бла-бла-бла, Jesus, oh my God. Ты знаешь, что ты только что сказал? Иди сюда и ляпну тебя по морде. Ты не имеешь права говорить сейчас о моем Боге, потому что всякий раз, когда я говорю о нем, должно происходить чудо, или жизни должны меняться. Закрой свой рот.